Всем привет! С вами Лига Music Wars. Сегодня у нас интересное видео. Интересное не в смысле такого, что прям вау, а прям новостной выпуск. Новостной выпуск в виде Вайна. Вайн у нас сегодня связан, ребята, с блокировкой. Именно блокировкой моего видео. Но блокировка видео вызвала с собой череду определенных событий, которые, соответственно, дальше отразится на моем канале. То есть мне мало того, что у меня сейчас находится бан аккаунта в самом Music Wars, и техподдержка ничего не отвечает. Очень своеобразные отписки. Я уже сказал, если, ребят, неделю, соответственно, я не получу ответ, тогда буду просить вас о помощи, о том, чтобы было какое-то движение вообще в сообществе началось. Потому что заблокировать аккаунт и не говорить о том, что с ним, это, ну, неправильно. А сейчас по видео. Те, кто посмотрел видео, ребята, большое спасибо. Те, кто прошел и написал пожаловаться на видео, тем отдельное спасибо. Есть предположительно, что я как раз и был заблокирован от этого. То есть, получается, с моего видео люди переходили на другие видео, соответственно, и выдавали жалобы. Это, ну, такое предположение только, потому что к 2 часам дня... Первое видео, на которое была ссылка, уже заблокировали. Просто заблокировали за нарушение принципов сообщества. Я прям был очень горд и рад этому. Но сейчас давайте перейдем ко мне в аккаунт, посмотрим, что произошло. В общем, получилась такая какая ситуация, чем она мне, ну, грозит, в общем. Итак. Так, сам канал. Да, ребят, спасибо большое. Уже 1973 подписчика. Двигаемся дальше. Двигаемся семимильными шагами. Итак, получилась вот такая вещь. Я создал видео. Те, кто не успел посмотреть, ребята, это обзор. Обзор на новых невододелов. Как бы назвать-то их? Получается, игроков. Игроков Музварза, которые снимают себя на YouTube. Причем некоторые каналы даже очень неплохие, такие как Сероглазка, та же самая. Я иногда даже у нее тоже видео посматриваю, хотя контент тоже человека своеобразный. Потом дальше существовала вторая часть этого видео, которая рассказывала о том, что существует определенное программное обеспечение, распространяемое через YouTube. И плюс накрутки и лайки позволяют ввести в заблуждение многих игроков, заставляя скачивать программный софт и устанавливать себе на компьютер трояны, устанавливать всякую сниферы, там, не знаю, бэкдоры, майнеры, все что хотите вы можете, получается, скачав эти экзешники, получить. Это была вторая часть видео. Соответственно, видео я показывал, ну, какие видосы были, так все. И там же были внизу в описании ссылки о том, чтобы люди проходили, соответственно, ставили дизлайки под этими видео и написали жалобу на YouTube. Как я уже говорил, первое видео, которое было по ссылке, оно было заблокировано сразу же. То есть буквально прошло только 3 часа после того, как я видео выложил свое. Видео отлетело в бан моментально. Оставшиеся 2... Ну, то есть, я не знаю, еще пока, видимо, держались. Но к тому прилетел, получается, страйк на мой канал, можно сказать. Но это не страйк, это предупреждение, получается, принципов сообщества. Вот, это выглядит примерно вот так. То есть, соответственно, давайте по этому, чтобы вы не разглядывали. Вот, канал Music Wars, то есть, кидаю жалобу на канал. Причина нарушения принципов сообщества. То есть подать апелляцию. Ребят, апелляцию я подал. Возможно, что все рассмотрят и обойдется только, ну, простым снятием этого предупреждения. Если же предупреждение, соответственно, не снимут, то я, получается, отключен от прямых трансляций, ребята, до 25 марта 2019 года. Вот такая вот свистопляска. То есть, соответственно, стримы здесь я проводить больше не смогу. И поэтому стримы будут на другом канале. Я подожду пока ответа от YouTube по этому поводу. Затягивать я сильно не буду. Как бы я все рассказал. Ваше мнение, ребята, ну, соответственно, пишите в комментариях. Будем дальше смотреть, будем дальше бороться. Что я могу сказать? Жалко. Просто жалко, столько сил, столько усилий,
все это, и все, можно сказать, напрасно или в непонятках, можно. Все, все так, все. Ладно, ребят, подписывайтесь на канал. Будет новые видео, будут новые вайны. Сейчас я сильно возмущаться не буду, это чисто новостной выпуск. Вообще они мне испортили. У меня вторая часть видео была сделана. Причем видео сделано было классно. Я вчера очень много времени потратил. И они мне прям испортили. Прям испортили. Весь сюрприз вам испортили, ребят. Вот этим вот испортили сюрприз. Ну, жду от вас комментарии. Буду в комментариях, ребята, отвечать. То есть, ну и а ссылку я на ВК оставлю, ребят, подписывайтесь. Там прямые трансляции у меня проходят каждый день в 17:30 по возможности, если есть, я выхожу поговорить, поотвечать на вопрос. Счастливо. Настроения просто нету, ребят, даже улыбаться и смеяться.